Сегодня нам привезли матрас. Вот я его уже, видите, под одеяльник лежит. Вот просто не одела и наволочки. У нас, значит, 160 матрас на 200. У нас здесь не хватило. У нас кровать была нестандартная, видите. Вот на чем мы спали, на курпачушках. Мы его здесь положили. Вот я купила один, значит, на матрасник. Вот он уже здесь. Его на резиночке, видите, приделала. Вот такой вот твердый 20 сантиметров матрас мы купили на матрасник. Это я постелила одеяло тоже от Икеи. Матрас мы купили от Икеи. И сверху, соответственно, такую вот простынку. Поплин ткань. Вот. Ивановский текстиль, говорят. Ну, это мы делали. Женщина у нас берет материал и сама шьет подешевле. Вот так получилось. Вот такой матрас нам сегодня доставили из Икеи. Когда я одену полностью весь комплект, у меня получится вот так. Может быть, получится, не знаю. Ну, красиво, конечно. Видишь, Бруно называется. Голубая Бруно. Вот. Был в упаковке. Привезли на машине Икея. Вот такие вот коробки были по краям у матраса, чтобы он не повредился. Еще и вот такая вот была толстая пленка. Вокруг сделана. Вот такие вот были там снизу, сверху, вокруг. Вот здесь написано размер, адрес, куда что поставляется. Вот такой у нас сегодня будет матрас. Матрас у нас жесткий немножко, вот такой вот. Видите, села, встала, как будто эффект памяти. Да, и то через, получается, одеяло. Вот. Придется теперь новую кровать покупать. Когда будет новая кровать, потом я сниму и покажу вам. Матрас покупали в Икее. Почему? Объясню. Гарантия 25 лет. Мы ходили в много мебель. Мы ходили в Аскону, Арматек. Мы ходили в Хофф магазин, да? Везде смотрели матрасы. Везде у консультантов спрашивали, консультировались, какой лучше матрас выбрать. И везде спрашивали гарантии. Максимум некоторые дают на 10 лет. В Хоффе дают на, значит, 1,5 года. В Асконе тоже так же на 18 месяцев дают, да? Единственный самый долгий гарантийный срок – это у Икея. В любой момент что-то, если порвется или какая-то деталь, там пружина там выйдет или еще что-то, будет какая-то вот изогнутость, да, на матрасе, что-то, какие-то вот неисправности, да, то, соответственно, это все Икея меняет по гарантии. Поэтому чеки от Икеи не выкидывайте. Все, приятных сновидений всем, приятного, здорового сна. Теперь мы наконец-то будем спать. А раньше мы спали вот на таких вот матрасах. Представляете, вот такие вот жесткие были матрасы. Это, считайте, полуторка матрас соединяется с другим матрасом. Между ними третий матрас курпача. И еще одна здесь такая же курпача. Я ее положила, да, вот такая. Она уже идет на всю кровать шла. Вот, ну, соответственно, ватная, комковая. В некоторых местах неудобно все равно спать. Где-то там кусок ваты мешает или... Ну, как-то, ну, неудобно, да, спать. Все равно жестко как-то это. Ну, вот, наконец, у нас есть, наконец-то, настоящий матрас, где будем мы с удовольствием спать. Наконец, можем будет расслабиться и просто насладиться, чтобы тело наше почувствовало, как мы... расслаблены и хорошо уснули, видели красивые сказочные сны. Вот, поэтому берегите свой здоровый сон, вот, чтобы ваше тело отдыхало. Поэтому нужно покупать матрасы, хотя бы, ну, не такие большие дорогие матрасы, ортопедические или там с кокосом, с латексом, обязательно полиуретан, то есть без пружины матрасы. Ну, какие-нибудь матрасы, конечно, карманного типа. Вот, потому что если будут у вас другие пружины, обычные в матрасе ставить, все равно у вас потом будут пружины эти все чувствоваться. Чтобы вы там сверху не клали, там, курпачушки, матрасники. Вот, поэтому...
Можно и по деньгам смотреть, матрас покупать подешевле. Ну, у кого какая кровать. То есть у нас, например, туда впадина 13,5, соответственно, вот здесь еще плюс 10, да, ну, матрасы, если не ошибаюсь, 27 сантиметров. Это какие-то новые матрасы появились в Икее. И еще нам сказали, что в течение 3 месяцев, если что-то нам не понравится, мы можем его поменять на другой матрас. Это плюс Икея, так что выбирайте матрасы в Икее.